Ну, Серега хапнул рыбку. Да никакие нахуй не блогеры. Прет, прет что-то. Что там, Серега? Да лучше бы он нахуй сошел, ебать. Лишний раз заводить. Да, это мне. Ну, давай карповик сюда я выведу. Да, Серег. Ебай. Ой, блядь, карповик. Куда ты пошел, нахуй? Да никуда я не пошел, блядь. Да дайте, блядь, подсак, это амурчик. Ну, да, ну да. Ужинеры, вытаскивай так, хули там этого не подсак. Не матюкайся. Ай, ебаный. Нам да что за пусть... Ух, бля, что творит, черная. Была бы там пятерка, блядь, нахуй. Подсак нужен. Ну. Чтоб не травмировать рыбку. Ну да. Ну, красава. Жена в помощь. Тише, 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 тише. Суета, суета идет. Это может опять тот же. Стандарт, прошлогодний. Мушка есть, да. Ну это тот же. А ну, Серега, есть ли сыр? Да. Мушка есть. Сейчас, ну... У меня все есть. Давай. Я рыбак или... Рыбак, давай взвесим. Блядь, коматов. А ну, сейчас называется. Только килограммы ставят. Вообще? Даже туркмен позвонил. Давай, этому. 45 сантиметров есть белая муха? Давай. Можешь в садок ложить по закону. Два с лишним. Тихо, вот тихо. Это он вот видит. Это... Да, Антон. Ну, одевай, что ты... Ну, может. Ты на ноль весы поставь. Да на ноле были, он же дергается, ну, да. Как закидушка. Ну, надо... Ну, смотри, смотри, красавчик. Так, ну, ребята... Смотрите, это рыбка с того года. Кило 870. Двушки нету. Ну это красавец. Хороший, да? Хороший, да. Благодаря вам, Антон. Да, да. Коля, вы молодцы. Молодцы, что мужики. Делаем с этой рыбой. Сейчас я покажу. Такую рыбу. Рыбак Кубани 23. Запомните. Ох, отпускает. Не понял я, раз слышишь, так что топить вместе с Роскотом надо? Да. Дорогой он, да. Красавец. Сейчас он меня брызгает, Антон. Я тебе говорю. Пошел. Это уже второй такой. Народ, так что делайте так, как рыбак Кубани 23, и вам будет счастье. На тот год я буду...